А второй где-то уплыл. Да. Да, два лебедя. Смотри, плывет к нам. Стой, стой. Он думает, мы его кормить будем. Каролина, отойди, в прошлый раз он набросился, помнишь? Отходи, отходи, отходи. Я его сама боюсь. Смотри, какой. Мне кажется, он... Я вижу его немножко лапки. Угу. Это кто еще? А второй где лебедь? А, вон там далеко. А вон третий, по-моему, да? И четвертый. Красивый. Главное, чтобы там собака была не взрослая. Вот они. Только не кричите, хорошо? Смотрите, не попадайте. Ку-ку, выныривай. Слушают, они там что-то ищут. Ты чего икаешь, заяц? Ты чего икаешь, заяц? Вам нравится? О, вынырнули оба. О, утки. Утки. Тихо-тихо, он рычит. Это мальчик, отойди. Не знаю, чтобы вдруг его девочку не обижали. Видишь, какие красивые, да? У мальчика у него крылья. Смотри, какие крылья красивые. Угу. Распустил. Угу. А не знаю, кто из них кто. Да, красиво. Купили на днях в магазине личи. Хотели попробовать, нам не очень зашло. Поэтому мы его выбрасываем, он уже начал пропадать. На вкус он как виноград, но с таким ощущением, как будто с привкусом какой-то химии. В общем, девчонкам не зашло. И еще мы нашли, я уже давно хотела, топинамбур. Не знала, что в Германии есть, так что сегодня будем кушать топинамбур. Да? Да. Понравились? Не. Да, не понравились. Выбрасываем, да? Да. А топинамбур сейчас будем кушать. Да? С курочкой. Вот наша курочка. Сейчас будет запекаться. Салатик, кашка и топинамбур. Ну что, как вам снег? Ой, только что такой большой был, а сейчас уже маленький летит, да? Наконец-то у нас выпал снег. Потому что Новый год мы встречали с вот такими вот цветными кустами. Все расцвело, стало тепло. Где-то у нас... А, вот подснежники. Крестюша, я тебе говорила, покажу. Вот, они еще не расцвели.
Да, и там дальше еще кустик подснежников. Эй, ты чего в меня бросаешь? Где ты еще здесь был? А, здесь его снегом замело. Вот он. Здорово, да? Ой! А может, так мы слепим большого снеговика? А я видела, вы где-то маленького слепили, да? Да, мы слепили маленького, но Каролина бежала, ногой зацепила его. Понятно. Смотри, гор почти не видно. Красиво. Я вот так делаю снежки, беру снег, капаю. Угу. Обалдеть! Здорово. Hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me. Молодец! You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message. Королюшка, где же королюшка? Не могу ее найти. Где же она? Где же? Я чую, чую запах молока с игрушками и с буквой К. Ко-ро-пучка! Начинаем новый разбор комнаты. Сейчас вот так она выглядит. Шкафы. В этой комнате все ненужное сбрасывалось. Вот это тоже все с этой комнаты. Сейчас все уйдет в подвал. И, в общем, посмотрим, как, что я с ней буду делать. Скоро, через 2 месяца, приедет мама. Хочу эту комнату сделать такой, чтобы спокойно здесь можно было одному человеку ночевать. Потому что пока что эта комната работала как шифонер, склад обуви, шифонер, сушилка и все. И всякое барахло здесь лежало.
Сейчас будем разбор. You sick of my madness? Don't you tell me what I supposed to do? You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do? When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. Naked. I know what I'm supposed to do. Bright makeup. I know what I'm supposed to do. Что ты делаешь? Перчики? Угу. Молодец. Куда мы пришли? В магазин. Каролина, как тебе в штанах новых? С медведями. С медведями еще одни штаны. Все, пошлите. Все, убежал. Привет. А мы на весь магазин. Да. Так выглядит 8 марта. Все в снегу. Красота какая. Будь здорова. Фе-фе-фе. Вау! Какой завтрак у мамы. Спасибо. Да. Давай.
Вау, круто! Еще раз. 7. Посчитай. 1, 2, 1, 7, 1. Into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Делает. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who have been to life instead of it happening to them. Friends like that. Even if it don't happen fast. А у тебя уже работает конь, да? Это куколки. Из них вылупляются бабы. Смотри, здесь контролируют температуру и влажность. И там... Не боишься? Бабочки. Это звук.
природы. Звуки природы. А вам? Без хвоста какая-то. Она увеличится. Не откусит. Она не ест. Чего? Кто кому? Стой, я хотела ее раскрыть. Ну да, я тоже. Идем в куста. Это она живая? Да, живая. Смотри, она вот открылась, и сейчас ее, я что-то не трогаю, ее крылья распускаю. А что ты уже Кристина, у нее жидкости она может и не взлететь. Смотри, вот она сидит, у нее крылья еще не полностью распускаются. Там еще раз. Сейчас мы подойдем к девочке. Поляна нарциссов. Ира, телефон убирай, это что-то. Ненормально, я знаю, это что-то. Давайте. Там еще нужно пройти полный туннель. Косята. На секундочку идет дождь, но детям это нипочем. Летом здесь вообще замечательно.
Видишь, чухает мордочку. Может, тут львы покажут? Причем две. Мяукают. Мой маленький хвостик. Как прыгуны. Ну вот я пришел к вам. Салабасик. Костюша. Это вот тут дьявол, помнишь, называется дьявол какой-то, да, она австралийская. Да, да, может быть такой. Черный дьявол. Ты их видишь? Вот он плывет. Только достали телефон, он испугался. Ой, вон еще вышел. Вон еще. Идут. Давай. Блин, я попеть. Чешут. Я пришел, я на вас смотрю, сколько есть. Ну, давай. Это красиво. Иди купаться. Он как будто намок ходит, да, так, как будто мокрый. Ага, руки расставил. Трясет. Пошел. Я тоже устал. Такой толстенький. Давай руку. Тебя поднять, чтоб смотреть? Нет. Не рюкзак, рюкзак. Ну и классно тут, да? А то такой прям розово. А тебе красит. Розово. Ой, красава. Ой, Ира. Это розово. Я не успела спутать. Это розово. Ты? Ты у нас свет спецау. Как он раз... Это к деньгам. Господи боже. Ой, кака. И кака, и пись-пись, да. И зариває, да, пошла рыть. Старая пішла писять, чи куда? Це ми з туалета тут, что ли, диви, пришло. Но они нигде попало. Мы, оказывается, тут в туалете их застали, диви.